Вместе с супругой Зариной покидает стены инфекционной больницы имени Семашко, где они находились 27 марта. Живет и трудится курянин в Подмосковье. Когда на работе его перевели на удаленку, решил приехать домой к родителям. Буквально через неделю нам сообщили, что у нас на работе один заболевший коронавирусом. И в тот же день, по стечению обстоятельств, поднялась температура. Сперва не придал значения, затем температура резко пошла вверх. Дальше скорая помощь и срочная госпитализация. Заболевание у него протекало не тяжело. Температура в первые дни у него повышалась до 38,6-38,4. Небольшая была интоксикация, поэтому проводилась ему инфузионная терапия, противовирусные препараты назначались и антибактериальные препараты. Кашля не было, только температура. Супругу и вовсе вирус не затронул, иммунитет справился. Но в больнице ей пришлось полежать. Родители Александра все это время находились на домашнем карантине. Их анализы также оказались отрицательными. Теперь Александр спешит вернуться к привычной жизни. Поехать домой и поесть маминой еды. И все. И удаленная работа меня ждет.